к вам придут волонтеры, доставят вам лекарства. Депутат Гордумы Татьяна Скорбогатова в качестве волонтера получает инструкцию и отправляется развозить по домам бесплатные препараты больным, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно. Сегодня такая помощь понадобилась 6 пациентам. Я развозила лекарственные препараты. Действительно, вроде бы казалось это несложно, но действительно время затрачивается, но ты понимаешь, что ты полезен, и ты освобождаешь тех медицинских работников, которые, да, могут дополнительно оказывать помощь. После доставки лекарств волонтеры передают средства индивидуальной защиты для врачей 47-й поликлиники в Ленинском районе. Медики ежедневно принимают десятки больных, посещают их на дому, берут тесты на коронавирус. Маски, перчатки и защитные костюмы идут в расход в огромном количестве и потому требуются постоянно. А что вас беспокоит? А высокая температура – это сколько? 38 – 2 дня. На очередное дежурство в колл-центр поликлиники больницы номер 30 в Московском районе вышел депутат законодательного собрания Василий Суханов. Он принимает звонки от жителей, заносит данные в опросные листы, разъясняет график работы врачей и помогает записаться на прием. За поликлиникой закреплено более 19 тысяч жителей. В период пандемии нагрузка на медиков увеличилась в разы. Колл-центр работает с 8 утра до 20 часов. В среднем в день сотрудники обрабатывают около 100 звонков. В новогодние каникулы, чтобы разгрузить медперсонал от технической работы, депутат, помимо дежурства на телефоне, развозил врачей на вызовы и доставлял лекарства ковидным больным на дом. Врачи работают великолепно. Они работают самопожертвенно, они работают эффективно. Им здесь надо помочь. Нам надо сплотиться, нам надо выступать организованно, нам надо максимально помогать работникам здравоохранения. Потому что чем быстрее люди вернутся к нормальной жизни, тем легче и лучше, и счастливее будет наша жизнь. Волонтерский центр «Единая Россия» работает в регионе с самого начала пандемии. Он объединил более 2000 добровольцев. Мы их привлекаем к разного рода работе. И заполнение регистра коронавирусных больных. И они стоят при входе в поликлинику с бесконтактным термометром. И ищут карточки в картохранилище, чтобы помочь работникам регистратуры отнести эти карточки. И развозят лекарства пациентам. Волонтерские штабы «Единой России» работают во всех районах и городских округах области. Помощь жителям и медицинским учреждениям будет продолжена. Артем Логинов, «Время новостей».